Два гражданина Англии были сняты с поезда Москва-Волгоград. 17 июня они направлялись в Волгоград, где 18 июня состоялась игра между сборными Англии и Туниса, но не доехали. Неприятный инцидент с английскими болельщиками произошел в Елецком районе Липецкой области. Иностранцы перебрались со спиртным, и один из них получил травму. Разбил стекло входной двери вагона и при этом серьезно поранился. Англичанин был снят с поезда и доставлен в железнодорожную больницу города Елец, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. По сообщению полиции, приятель того британца, который сам себе нанес травму, решил сойти с поезда во время стоянки, чтобы не оставлять мужчину одного, но остальные соотечественники стали его останавливать. Между ними произошел конфликт. На замечание сопровождавшего поезд сотрудник полиции иностранец не реагировал. Законным требованием прекратить хулиганские действия. Подданный Великобритании был доставлен в дежурную часть. Так сообщили в Елецком линейном отделе МВД России на транспорте. В отношении обоих иностранцев возбуждены административные дела. Появление в общественных местах в состоянии опьянения. Второму дебоширу придется заплатить штраф еще и за хулиганство. Вот так развлекаются английские болельщики на просторах России. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних новостей.